станцию метро Витхам Сабха. Пойдем в тибетскую колонию Дели, Манджу Катила. Погрузились в электроскутер и поехали втроем. Обещают троих довезти за 30 рупий. Ехать нам 2 километра. Адская колесница на электротяге. Организовалась пробка небольшая. Все. 2 секунды. Добрались на этом чудесном электротранспорте. Сейчас пойдем вот на этот мост. На той стороне тибетская колония в Дели. Манджу Катила. Вот такой мост. Просит денег. Даже не просит, весы есть. Кто-то подметает. Толстую жирную собаку выпихивает. Она не хочет уходить. Газовые баллоны везут. Тут небольшая куча автомобилей. Ну вот и перешли на другую сторону. Немножко мусора. Горян думает, зуб у него заболел. Нужен ли ему протез или нет? Здесь вот дантист, вот дяденька, он лечит прямо здесь зубы. Вот видите, написано дантист, зубные протезы. Все есть. И дорого, вон сами протезы, вон инструменты. Все можно. И недорого, и Горян, соглашайся. Центральный вход в тибетскую колонию. Пойдем посмотрим на тибетцев. Полно всяких магазинчиков с различными сувенирами тибетскими. Центральная площадь с храмами. Люди сидят, отдыхают. Елена крутит. Там колокольчик цинькает. Надо 3 раза минимум обойти. Вот он цинькает, Елена. Тоже храм. Бабушка сидит. Какие-то списки. Тоже можно покрутить. Лампадки с маслом для подношения. Тут спят собаки-засыпаки. Они... Собакам-засыпакам не нравится, когда их снимают. У них съемки платные. Начали все лаять. Надо идти и крутить. Узенькие проходы магазинчиками. Дедушка шьет и поет песенки. Есть такие вот ответвления. Там гостиниц полно. Они окно в окно почти смотрят. Тут мини-рынок. Известный ресторан Амма в тибетской колонии. Сейчас пойдем посмотрим, чем там кормят. Заказали еду. У меня говядина с лапшой, картофелем. У Елены свинина с овощами. 2 булочки Сигма на пару приготовленные. Горяна вообще адское огромное блюдо. Это ребра свиные с картошкой. Все, посмотрели, поели, купили сувениров. Едем обратно в метро. Вышли на станции Чандичевк. Пойдем посмотрим Спайси Базар. Капает дождик. Люди отдыхают. Глянем Ред Форт краем глаза. Парк. Зеленая травка. Люди отдыхают. Ну, кто-то с чемоданами. Кто-то с сумками. Собакевич молодец.
поймал крысу. Вот, нюхает ее. Задушил. Молодец. Коровка лежит, отдыхает. Люди спят. Вот это видео специально для Паула Тюхая. Связисты местные. Вон у них там заказ наряды. Ремонтируют. Крассировки тянут. На магистрали на распределение. Тут кормят голубей. Они кушают вон кукурузку. Памятник. Водичка там в чашечке стоит, они пьют ее и купаются. Вот кидают им зернышки. И птички их кушают. Выбирают повкуснее, которые. А тут эти зернышки продают. Здесь такой вол запряженный. И тащит вот столько много мешков. Сразу для вашей посылочки мешочек со съедлом. Подстригут. Разрешают снимать. Пойдем дальше. Собакевичи отдыхают. Целая куча собакевичев. Здесь можно попить чаю. Да недорого. Тут продают специи, кэшью, перец, чай. Кто все купил, могут погрузить на тележку и увезти куда угодно. Вон сколько нагрузили мешков. Кофейников разных. Здесь продают кэшью. Орехи, курагу, разный изюм, фисташки. А здесь всякие сладости. Здесь орешки красиво упакованные, уже с ценой. 1650, 2500, можно в подарок привезти. Игорян раздумывает, купить ему этой херни или нет. Это в глиняных таких чашечках. Сладкая с орешком какая-то штука. Тут продают обувь. Целая улица, продают одну обувь. Туфельки блестящие, на любой вкус. Цвет и кошелек, какие хотите. 400 рупий за пару таких симпатичных туфелек. Дорогу ремонтируют. Вон вдали виднеется Red Ford. Мы внутрь не пойдем, мы уже были. Посмотрим. Дальше пойдем. Слева Макдональдс, Family ресторан написано. Тут продают электронику, кучу всего. В розницу оптом, мелким оптом. Всего-всего полно. Ремонт телефонов экспресс. Добрались до Red Ford'а. С этой стороны он такой огромный. Летают орлы, флаг. Много народу. Игорян сидит, скучает. Здесь ров. Раньше тут крокодилы были. Голуби летают. Приехали в мечети, много народу. Вдалеке Red Ford видно, много народу, базар тут.
Тут рынок для местных. Все покупают, выбирают. Вещи, чайнички, обувь, джинсы. А тут продают автомобильные запчасти, разбор двигателей, генераторы. Для любого индийского авто найдете здесь запчасти, разборки автомобилей. Продают конверты, упаковочную бумагу, коробки. Тут адская пробка, все стоят, никуда не двигаются. Провода вот так красивенько висят, никому не мешают. Здесь начались уже магазины. Продают все, что угодно. От отверток до болгарок, манометров. Все. Замки, ручки. Цепи. Весы электронные, неэлектронные. Краны.